красивый гол и курьезное празднование в голландском футболе. В матче между клубами Херевен и Рода нападающий Райван Ван Лапара удачно перебросил мяч через голкипера и вывел свою команду вперед. Поделиться радостью он решил с тренером Марко Ван Бастеном, но не рассчитал силу своего рывка. В результате легендарный футболист, а ныне тренер, оказались на земле. А игра завершилась со счетом 4-4.